Приветище! Это Губка Боб, квадратные штаны и бикини-ботом, который захвачен роботеррором, и нам нужно всех здесь спасти. Вот. В общем, в прошлой серии мы победили короля медуз, и теперь мы отправляемся вот сюда, в город. Посмотрим, что там нас ждет. Ну а пока мы едем, не забудь поставить лайкост и подписаться, если ты еще не подписан. Центр бикини-ботом. Когда-то здесь был настоящий мегаполис, а теперь лишь заросший кратер. Забыл сказать, не забудь поставить лайк под этим видео и подписаться, если ты еще не подписан. Губка Боб, роботы громят центр бикини-ботом. Нам нужно быстро отсюда убираться. Нет проблем, но мне нужна будет швабра, и быстро убраться не получится. Не убираться, а убраться отсюда. Нужно доставить всех в безопасное место. Может, просто погрузим их в лодки? Не пойдет. Почему нет? Потому что роботы забрали все рули. А нельзя просто ехать по прямой и все? Нет, там слишком много поворотов. Вот злодеи, они все предусмотрели. Не бойтесь, миссис Пав, я верну вам рули. Губка Боб, я всегда боюсь, когда ты берешься за что-то. Но скажу тебе вот что. Если справишься, я дам тебе золотую лопатку. А как насчет водительских прав? И не мечтай. Вот, блин, такой шанс был водительские права получить. Ну ладненько, не сегодня, так в другой раз. Поплясали собирать вот эти вот рули. Ага, нам нужно собрать 11 рулей. Один мы уже нашли. Все, ответственно, нам нужно еще 10 найти. О, это же я, только надувной и круглый. А помнишь, нам как-то говорили, чтобы поиграть в боулинг, мне нужно научиться пускать шары. Может быть, это то самое? Вот, походу, нас здесь и обучат. Когда Губка Боб дотрагивается до этого шарика, он превращается в Губка Бол. Шикарно, давай попробуем. Йоу! Я ошарашен. А я вот в восторге от этого всего. Так, и что нам дает этот шарик? Мы можем, в принципе, довольно высоко прыгать. Хотя нет, не можем высоко прыгать. Давай нажмем вот на эту кнопочку и посмотрим, что произойдет. Что-то где-то открылось. А, ворота, вот, открылись сзади ворота. И мы можем сюда, в принципе, заехать, если будем шариком. Так, хорошо, давай попробуем реализовать это, но сперва я прыгну сюда и попробую забрать этот руль. Номер один в охоте за предметами в бикини-ботом. Третий год подряд. Спасибо. Что ж, а теперь настала очередь превратиться в губка-бол и ехать туда. Давай, покатились, покатились. Ю-ху, мы сюда залетели. Теребить мои носки, потные. Это что тут за НЛО летает? Мужик, рыба, беги отсюда. Тебя сейчас НЛО на опыты пустит. Ну все, хана. О, вот какие опыты. Кто это нам помог? Гэри. Красавчик. Я знал, что ты у меня боец. Так, значит, мы сейчас наваляем люлей. Мне почему-то кажется, что мне нужна помощь. Help me. Обожги, получил летающий тарел. НЛО здесь на место. Давай почитаем значок, что тут написано такое-то интересненькое. Этот робот называется Фризбот. А, ну мы его уже грохнули. Дружище, ты как, бро? Не стой здесь, а то тебя Фризбота заберут. Так. Губка Бол, сейчас придется нам тут покататься, походу. Поехали! Блин, нет, зря я это сделал. Стой. Оу, меня шлепнули по моему квадратному заду. Ну, я отмстил. Я чувствую себя как новая губка. Вот и отлично. Хорошо, что мы туда не улетели еще. Руль собрали заодно. Пришлось бы сюда возвращаться, что не очень-то и хочется. О, нифига себе. А что, кетчуп опасен для нас? Это же кетчуп, да? А, это острый, очень острый кетчуп. На него нежелательно наступать. Понятно. Ладно, все, покатили я отсюда. Let's go! Брим-бим-бим. И мы заехали. Погоди, а это что такое? Это банк. Мы возле банка. Шикарно. Ого. Пушка метает раковинами. Короче, когда я подхожу вот сюда, эта пушка не стреляет. Вот, видишь, она как будто нас не видит. Так, давай прокатимся здесь. Ой. О-о-о-о. Я могу вниз упасть? Ну давай, в принципе, это и сделаем. Соберем здесь все. Вот такенечко. И вылетаем отсюда. Открываем кнопку. Оу. Щит. Мне дорожечку проложили, ну круто. Покатились. Юху. Подожди, а мне... Черт, не получилось. Давай. О, закатились. Шикардятина. Черт. Фух.
Смотри, какие роботы тут появились. Как собачки маленькие. Прикол. Ну, нас это не должно отвлекать. Вообще, мы не должны симпатизировать этим роботам. Они захватили весь город. И это очень плохо. Ух ты, ты посмотри, там блестяшки редкие, желтые. Как туда добраться-то, интересно? О, здесь тоже из окна стреляет пушка. Фига себе. Бабл Бадди! Дверь заперта изнутри. Кто мог так поступить? Хм. Надо туда как-то забраться через окошечко, может быть, а? Что скажешь? Давай мы сейчас вот тут обойдем все. Что со мной? Моряк спас меня. Шикарно, спасибо. Короче, за пунктирную линию лучше не заходить. Так, дверь закрыта изнутри. А что вот это вот такое? Это батут? Ага, точно. Воу, как все качается-то. Давай еще... Носки, носочечки. Шикарно. А вон туда я могу допрыгнуть каким-нибудь образом? Нет, не допрыгну. Эх, жалко. Ух ты, ты посмотри. Сейчас мы будем прыгать при помощи нашего бубка-бола. Но сперва нам нужно проверить, нет ли тут руля. А руль здесь есть, ты посмотри, вон он где. И как нам туда забраться? Вот это, конечно... Как туда попасть, а? Достал за мной прыгать, отстань! Хм, ладно. О, смотри, там есть ракушечка. Можно ее открыть за 200. Сейчас мы это и сделаем. Открываем. И что, и куда это? Я куда-то могу свалить. Но я пока не хочу, не хочу. Ну ладно, давай свалим. Морская игла. Я, короче, новую какую-то локацию открыл, и здесь что-то спрятано. Очень ценное. Губка Боб, а почему ты наверху морской иглы? Здесь краб, мистер Крабс, куча дверей. Я могу выйти в какую-нибудь дверь? Нет, не могу. По всей видимости, я сюда зря все-таки прибежал. Мы поговорим с мистером Крабс. А, вот ты где, Юнга. Кто-то сломал морскую иглу. Какой кошмар. Морская игла — колыбель вязального кружка. Да, да, так и есть. Но что важнее, прямо за окном идолы и блестяшки. Мистер Крабс, как вы можете в такое время думать о деньгах? Легко. Я просто сосредотачиваюсь. Деньги, деньги, деньги. А теперь послушай меня, мальчик. Ты знаешь, я даю тебе золотые лопатки, если ты принесешь мне блестяшки. Но я хочу предложить тебе еще более выгодную сделочку. Если ты сможешь разбить всех идолов в Тикис рядом с морской иглой, я дам тебе дополнительную золотую лопатку. Но зачем мне разбивать идолов, мистер Крабс? Потому что они над тобой смеялись и обзывали. Как обзывали? Знаешь... Губка Боб, жеванные штаны. По-моему, не очень обидно. Нет, но они называли твою маму уродиной. Уродиной? Ну ладно, мистер Крабс. Им конец, по рукам. Вот это мистер Крабс, конечно, надумал, надумал. Губка Боб хоть раз свою маму-то сам видел? Кстати, я не помню, в мультике он встречался с мамой или нет. Напиши об этом в комментариях, а то я что-то подзапамятовал. Ладно. Пойдем попробуем собрать все блестяшки и уничтожить всех идолов. Ууу, соус тартар, какой ужас! Уничтожим сейчас мы этот тартарчик. Бежим. Главное на соус не наступать, он очень едкий. Как... Ай, вот я наступил, собственно. Он настолько едкий, как серная кислота. А серная кислота разъедает кожу. Крючок. Кавабунга, сейчас же этот будет. Как мне только зацепиться за него и не упасть туда вниз. Сейчас у нас будет тарзаночка. Давай, хватайся. Ой, сколько мусор, сколько идол. Я думал, это мусор, а это идолы. Не понял. А как это они меня дамажат? Мне же их нужно уничтожать, чтобы заработать лопаточку. Так, вот сюда блестяшечки, блестяшечки. Собираем их. Что-то как-то не очень собирается. Там еще зелененькие блестяшечки были. Вот-вот-вот. До зелененьких я не могу долететь. Странненько, очень странненько. А, нырнуть я могу, чтобы поглубже залететь. Все понятно. Сейчас я все блестяшечки. Еще занырнуть можно. Давай, заныриваем. Но что-то как-то не очень у нас получилось, поэтому выходим. Ай, давай. О, а вот руль, кстати. То есть нам сюда обязательно надо было забежать, чтобы руль найти. Ну и шикарно. Че, тут все, прохода нет, туда нельзя. Хотя нет, можно по платформам. Но тут есть дверь. Я даже не знаю, куда бежать. Ладно, давай нажмем кнопочку. Хабарич.
Хэбэдэдэйш. А, вон оно что. Ясно. Вот откуда открываются эти двери. Бежим дальше на платформу. Я не боюсь высоты, я не боюсь высоты, я не боюсь высоты. Ты видал? Вот эта штука ракеты пуляет. Не-не-не-не-не. Надо бежать. Надо бежать отсюда. Вот так вот. Чекпоинт. Снова поплывок. Прямо в попец и квадратный прилетело. Так, блестяшечки. Ой-ой, какой... Смотри, как они завернуты здесь, блестяшечки. Спиралькой. Блин, это сложно будет собрать. Очень сложно. Но ничего, сейчас. Сейчас я заныриваю. Заныриваю. Хлыбыщ. Сломали парочку идолов. Блин, ну кто придумал такие испытания и задания? Это, ну, капец, как неудобняк сложно. Ныряем еще разок. О, да, я здесь надолго застрял. Все, вылазим. Я, конечно, понимаю, что нужно было уничтожить всех идолов, чтобы мне получить дополнительную лопатку. Но это слишком геморно. Я надолго здесь застряну. Поэтому чешем дальше. Что у нас тут? У нас здесь ничего нету. Ну, тогда откроем дверку. И побежим в другую сторону. Опа. Так, так, так. Мы открыли все двери, за исключением одной. Вот этой вот эсочки. И как нам туда попасть? Подождите. Пойдем сюда на W, повернем налево, и там должна быть дверь. По логике вещей. Но туда не добраться. Ну, в чем прикол? Ну, что, вроде бы я все бомбанул, всех идолов. Все блестяшки собраны, пойдем к мистеру Крабсу. Молодец, Юнга. Держи золотую лопатку, как я и обещал. О, ништяк, золотая лопаточка. Шикардос. Все, можно отсюда сваливать. Жалко, конечно, что мы не смогли открыть вот эту последнюю дверь. Ну, видимо... Подожди, а может быть тут нужно Патриком поиграть? Белочка? Да ну нафиг, белка. А на кой черт она тут нам нужна? Ладно, неважно. Мы уже тут все сделали. Поэтому возвращаем губку Боба и бежим обратно в город. Да, мы снова вернулись. Нам нужно будет сейчас, ты знаешь, что сделать. Превратиться в Шарамбу. И покатиться вон в то кольцо. Ну, на самом деле, это не совсем кольцо. Это у нас спасательный круг, и мы сейчас в него залетаем. Ой, что-то кривенько залетаем, слушай. Разгончик сейчас побольше возьмем. Вот отсюда нам хватит. И давай, 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 давай. Есть, получилось. Привет, Гэри. Да, спасибо, что заметил. Я стараюсь держать тебя в форме. Не готово? Неужели? Что там не готово? А, вот сюда нам надо запрыгнуть. О, так это вход на крыше? Откуда можно попасть к маяку? Ага, еще одна золотая лопатка. Мне она пригодится. Че это такое? А, трубка. Возможно, мне нужен Патрик или Белка. Что ты имел в виду, говоря, что попросишь Сэнди помочь мне? Я и сам с этим справлюсь. Вот и Сэнди прибежит, Белка. О, яма и правда широкая. Ладно, мне так точно не прыгнуть. Вот для чего нам Белка и нужна. Как вообще можно перебраться на ту сторону? Какой-то флаг? О нет, еще роботы. Клянусь призраком голландца, это непреодолимая пропасть, неперепрыгиваемые. Ладно, ладно, позову Сэнди помочь мне. Ну вот и Сэнди будет, наконец-то за Белочку поиграем. Хотя мы уже поиграли чуть-чуть. Но теперь стало понятно, зачем она здесь нам. Вот она, трубочка. Звоним Белке. Эй, Сэнди, привет. Так, ну что ж, надо вначале значок почитать, чтобы узнать о ее суперспособности. Так, запрыгните на самый верх этих ступеней. Ага. Сэнди может планировать с крыши на крышу, если сделать двойной прыжок и затем держать А. Белка-летяга, что ли? Так, хорошо, а я... Давай попробуем... О, вот как она планирует, как ковбой. А попробуем мы туда залететь, нет? Нет, не залетим. Прикольно. Ковбойская вертушечка у нас теперь есть. Ну классно, погнали. Вначале сюда. Соберем здесь вон тот вот руль. Он нам нужен. Та... О-о-о-о, кажется, мы падаем. Смотри, как она шатается. Лодка эта. Запрыгиваем сюда. А вот и летающая белка. Руль собрали, теперь нам нужно по-новому залезть на крыши и паркурить. Дальше паркурить и планировать. Погнали! Йиху, как это легко-то с белкой вообще. Патриком и губкой Бобом я бы сюда не запрыгнул. Давай сюда еще запрыгнем, посмотрим, есть что тут у нас. У нас здесь зеленая блестяшечка. Теперь я понимаю, как добраться вот сюда и собрать желтые блестяшечки. Шикарно!
Вот мы и добрались. Ю, вот они, желтые блестяшечки. Вниз я прыгать не хочу. Там эти роботы сраные. Они мне не очень нравятся. Так, так, так. Есть. Тут ничего нету. Тут я все собрал, точнее. Бежим теперь сюда. Красные блестяшки. Не знал, что Сэнди тоже любит деньги. Хотя кто не любит деньги? Все любят деньги. Как говорит мистер Крабс. Теперь нам сюда. Сейчас мы своим карате кулаком разбомбим идолы. О, как она мочит. Мощная белка. Теперь нам нужно... Что? Я могу управлять вот этим спутником? Чтобы бросить лассо, нажмите Б. Ну-ка. О, нифига себе. Прикольно. Шикарно. А тут что написано? Давай почитаем. Сэнди может выполнять прием взмах крюком. Сейчас попробуем. Мы уже лассо использовали, и сейчас попробуем здесь. Юу, вот для чего флаг-то нужен был. Хотя это не совсем флаг. Нам нужно в ту сторону. Главное не промахнуться. Ууу, паркур спас меня. Хорошо, что белка рукаста попалась, зацепилась за край. Сейчас посмотрим, что тут написано. Сэнди может бросить лассо в робота, если нажать бы. Сейчас попробуем. Попробуем оседлать нашего робота. Эй. О, круто. Сэнди мне нравится, слушай. Это тебе не губка, Боб. Блин, белка крутая. Очень крутая. Так, нам нужно наверх, чтобы сломать там робота-производителя. Вот эту вот штуку. Получай. Ой-ой-ой, забыл, что нужно бежать и не взрывается. А отсюда, я интересно, лассо смогу накинуть на него? Нет, не смогу. К сожалению, не смогу. Так, куда нам дальше-то нужно? А куда дальше? Наверное, вон туда. Но там мы были. Нам же показывали... А, вот сюда. Погнали. Опа. Какой-то спайдермен уже пошел, слушай. Ничего себе. А вот и коробка телепорт. А вон и лопаточка. Вот мы все сейчас и достанем. А интересно, пушку вот эту сможем сломать? Там руль, там руль. Да блин. Фух. Кнопочки перепутал. Кия! Белка-то крута. Красава. Собрали лопаточку, можем зайти сюда. А, это выход, нет, нет. Рановато нам туда. Мы вначале слетаем сюда, сломаем пушечку, заберем руль. А теперь двигаемся к выходу, с спокойной душой. Где табличка Exit? Попробуем сюда залезть. Привет, Ларри, как жизнь? Сэнди, как я рад тебя видеть. Мне нужна твоя помощь. В последнее время у меня ужасно показывает телевизор. Мне нужно, чтобы кто-нибудь поменял мою старую антенну вот на эту новую. Да, сэр, эта антенна сверкает ярче 3-долларовой купюры. Но почему бы тебе самому ее не заменить? Прыгун из меня так себе. И что? Какое отношение к делу имеют прыжки? Старая антенна вон там наверху. Ого, нифига себе, как она высоко. Выше, чем стакан техасского чая со льдом. Роботы не дают пройти в это здание, а я не умею скакать, как вы с губкой Боб, и перепрыгивать через пропасти. Я умею только напрягать мышцы. Хочешь, покажу? Ага, здорово. И что ты собираешься делать со старой антенной? А, стой-то. Она твоя, если сумеешь заменить ее на новую. Что ж, в моем древесном куполе сигнал и правда ловит так себе. Ладно, Ларри, по рукам. Так, Ларри, сейчас я тебя выручу. Я как белка-летяга. Доберусь до твоей антенны. Только вначале понять бы, как бы перебраться на ту сторону. Сэнди может... О, ну это мы умеем. Вот так вот, хопа. И полетели. Что тут происходит? Беги, девочка, беги. Да, походу это было неприятно. Я тебе сейчас отомщу. Я сейчас бомбану. Это что? Ай-яй-яй-яй-яй. Подзарядили меня немножечко. Так. Опа. Опачки, лови лассо. Зажали этого ракетника. Шикарно. И тебя тоже зажмем. Как мне нравится белка. Не надо даже никому вблизь подходить. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Держи лассо. Хо-хо-хо. А вот, кстати, руль. Что ж, нам дальше сюда. А как дальше быть? А, она поднимается. Ну круто. Круто. Ой-ой-ой-ой-ой. На тебе с ноги. На. Карате. Карате девчуля. Карате бельчуга. Мощно раскидала роботов.
Слушай, ну с такой белкой апокалипсис роботов вообще не страшен. Все нипочем. Блин, да выпендривался. 200, чтобы открыть вот эту ракушку. Ну давай, откроем. Кнопочка какая-то. Ага. Надо успеть за определенное время допрыгать, как Спайдермен, до другой крыши. Сейчас мы это осуществим. Я надеюсь на это. Давай, 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 давай. Сюда. Блин, это реально как Человек-паук. Очень мощно. Ой, ё-моё, упал. Короче, там в конце подвох. Я уже прыгаю третий раз. Там нужно будет врубить свою вертушечку. И потом все будет хорошо. Потому что так просто... Ой, не то зацепил. Потому что так просто что-то... Вот видал? Вот что это такое? Вот врубаем вертушечку, цепляемся. И метимся вон туда. Опа! Вот и лопаточка в карманчиках у нас. А, почему я упал? Да так нечестно, блин. Капец. Подстава какая-то. Попыточка номер 3. И сейчас я думаю, что мы долетим. Давай, давай, давай. Вот. И есть! 11 лопаточек. Круто. С четвертой попытки у нас все-таки получилось. Ого, ты посмотри. Там два руля, как минимум, я вижу. А еще там куча роботов и тартарщик. Сейчас мы ему покажем, где кости на мать. Нахуй. Фух, я думаю, я сейчас упаду. Кая, куя. Раскидали по карате. Ой, ой. А, ну нам, в принципе, сюда и надо было. Но нам теперь нужно вернуться обратно. Я надеюсь, что у нас хватит долететь сил. Да, и у нас хватает. Еще один руль. Осталось два руля найти. Прыгаем обратно на батут. Еще один руль прямо у меня над головой. Но туда долететь будет сложновато. Тут у нас есть вот такая вот дорожечка беговая. Залетаем сюда. Вот тут вот крючок у нас есть. Фух, чуть не упали. И в принципе, отсюда надо как-то бежать куда-то. Сейчас бомбанем вот эту штуку. Стопэ, 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 не паникуем. Поймали. Этот отхватил. Какую-то кнопку нажал. Случайно. И она что-то активировала, но непонятно что. Что мы активировали, интересно? Давай вот сюда на батут прыгнем. А, во, оу. У меня сейчас голова закружится. Шикарно. Чекпоинт и золотая блестяшечка. Точнее, желтенькая. Ну вот, в принципе, мы и добрались до золотого руля. Сейчас надо будет по платформам вот так вот попрыгать. И все. Все довольно просто. Приземлились. Эти платформы, правда, качаются, что не круто. Очень не круто. Золотой руль собран. Остался последний. И миссис Пав будет довольна. Знаешь, что забавно? Что Патрик, что Белка для восстановления своего здоровья собирает трусы Губки Боб. Это смешно. Они их попросту не могут надеть даже. Чисто физически. Так, тут нам сейчас надо подорвать идолы. А мы это сделаем вот таким вот образом. Хлебыщ. Собираем труханы. И все, в принципе. Было близко. Сейчас мы почти рядышком с антенной. Чуть-чуть осталось. Запрыгиваем мы сюда. Там ракетник. Ой, вот этого я не ожидал. Сейчас я его бомбану. Есть. Главное не навернуться. И золотая лопатка, и антенна здесь. Мы добрались. Антенна вот. Мне вызвать кого-то, что ли, или как? Позвонить кому-то? Да, надо вызвать Спанч Боба или Патрика. Чтобы они нажали вот на эту кнопочку. Потому что белка не умеет так прыгать. Ага, теперь сюда. Ну, в принципе, все. Сюда зайти нужно. Кружочек навернем здесь. Посмотрим, может тут тайничок. Ну вот, действительно, носок Патрика. Ну все, заходим. О, вы готовы, дети? Мы всегда готовы. Сейчас будет что-то интересное, эпичное. Погнали. Приготовьтесь. Я готов. Вперед! А что делать-то? Вы бы мне хотя бы объяснили. Что делать, что делать? Мне просто нужно уничтожить вот эту штуку, что ли? Бум. О! Пол обвалился. Ладно, прыгаем вниз. Так, так, так.
Ай-яй-яй-яй-яй. Запрыгиваем сюда снова. Еще пол обвалился. Ой-ой-ой, вот эти штуки надо аккуратно с ними быть. Блин! Короче, я понял, какая тут тактика. Нам просто нужно поскорее добежать вот до этой штуки, бомбануть ее и все. Тогда будет мало роботов, и они не будут напрягать. Вот так вот. Теперь нам сюда. Вот мы добрались до финишной прямой. О, чуть в молнии не попал. Бум. Летим отсюда. Получай. Ты тоже получай, ты тоже. Ай, там летун этот был. Вот фризби или как он там. Все, последняя машина, я ее бомбанул. Теперь осталось с тартарщиком разобраться. Нате вам. И вот так вот. О, что-то сверху с насколько не получается тартарщика уничтожить. Что, готово? Нет, еще вот этот ракетник. И получай по шапке. Ну все, я всех уничтожил. Мне нужно только добраться теперь вон до того молниеносно. О, убегаем. Я до него достал. Еее, сколько зелененьких. Значит, забираем лопаточку. 13 лопаточек, кайфово. И забираем руль. Все, все рули собраны. Нажимаем кнопочку и валим отсюда. Как свалить? А, вот эта штука есть. Тут еще и носок. Шикос. Ну что, возвращаемся тогда обратненько. Знаешь, единственное, что я не понял, я почему-то не могу поменять вот эту вот антенну. Может быть, я ее уже поменял, но это не точно. В общем, я думаю, что пора остановиться. Если тебе понравилось, то есть тебе обязательно лайк под этим видео. И подписывайся, если еще не подписан. А на сегодня все. Пока. Увидимся в следующем видео.